смотри, что с Ольгой она мяукала. Отслушай, что ли, скинул там лежок. Пришли, мошки, скинул, приклали, сломали приклали. Это что? Я починил ее сегодня. Так слава Богу, что... Пойдем переворотом, никто не убился, я тебе серьезно говорю. Это здоровье, это какого хрена пришли? Все, это ваши три, хватит на голову. Ну, короче. Они думают, что они меня знают, и домой надо приходить. И поломали. Да, я тебе говорю, под весь коробочку, обувь, да. За пользование телефона. Золотые слова. Они верили, они банк спрашивают, нельзя или нельзя. А, где банк? Я потеряла их подхват. Мне обещали барни за хороший массаж. Какой средний палец? Средний палец какой? Ты хитрая. Ты хитрая. Надюха, ты хитрая. Я говорю, какой сегодня палец? Покажи это, знаешь? Ты дулю получишь. Да. Смотри, как лезет. Расклад требует от тебя. Вообще хотят что? Мне там не шкура готовы. Во. Только левую ногу надо под себя ставить. А правую сторону ты спокойно сделай. Давай, Саша. Ну, главное повод. Мама сочёркнула. Мама собрала, так и убежала. Вот, отлично. Так машина сядет. Вот подхватит. Откидочку эту, перед тобой она. Ну, куда кружки собирать? Домой. Домой. Такой ласковый, даже послушный. Именно на гадке.
Андрюха, вы занимаетесь? Да не, не тут нет. Не, он что-то там уже. Да, кормил уже. Все идет. Да. Кто кроме меня, о тебе не позаботится, Андрюха.